что это такое, я сам в шоке. Лучшая защита бета. Нигде ничего не написано было, но вот по факту давайте читать. Военный тренер отправились на поиски продовольствия и строительных материалов, в которых так нуждается Garden Springs. После долгого и трудного похода они разбили лагерь в лесу. Так, очень интересно. Военный тренер отправились на поиски продовольствия. Ага, перейти, инфа о наградах. Перейти, так. В каждой сцене будет присутствовать персонаж NPC. Проверка информации NPC поможет вам. Никогда не думал, когда вы закончите главу, он даст вам награду. Теперь давайте посмотрим, что он скажет. Никогда не думал, что попаду на ферму, но Уэйн говорит, что знает кое-что о фермах. Если он не соврал, то я смогу чему-то научиться. Так, ежедневная награда 23 звезд. Награда за первое похождение. Ага. Проход, наконец-то. Этот лес был гуще, чем рагу из говядины. Эй, бабушки. Разобьем лагерь здесь, я умираю с голоду. Подожди, я что-то слышу. Ух, ходячие. Здесь вы можете редактировать свой отряд. Это очень сильно похоже на то, что в три в ряд, что в рейде есть. Так, команда, сохранить отряд 2. Ладно, давай сохранить. Бросьте вызов ходячим. Что в магазине? Блин, еще ничего не могу сделать. Ходячие, возьму тех, что справа, ты тех, что слева. Ненавижу квасить ходячих на пустой желудок. Сражение. Прикольно. Пронесло, можем теперь поесть. Безопасность превыше всего. Итак, все, нам открыли. О-о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 -
поле сражения. Но прикольно, что можно будет покупать героев. Это прикольно. То есть можно будет всех дособрать. Давай попробуем бесплатно поменяем. Да, можно будет фрагменты покупать. Вот это уже поприкольнее. Вот это уже поприкольнее. Лагерь один, да? В общем, надо будет все пройти и посмотреть, что здесь дадут. Но то, что тут есть магазин, это мне нравится, в принципе. Команда сохранить. Давайте следуем лес. Возможно, мы найдем фруктовые деревья. Тренер сзади. Грр. О, уже 4 можно, да, бойца использовать. Награды за первое прохождение. Ну, поехали. Классно, пока очень легко. Ну, посмотрим, докуда можно будет здесь дойти. Пока я понял, что только один, да, лагерь, наверное, будет. Вот, получить все можно. Ну, тут, я думаю, будет все открываться по мере прохождения. Ну, классно, классно, что что-то новое придумают. Где это вот это? А здесь этого нету. А вот здесь это есть. Интересно, интересно. Аналог осады поселения, но более интересный. Вот такую вот вещицу мы нашли.